В прямом эфире будем делать ремонт. А когда ремонт, всегда какая-нибудь задача, да? Ой. Братцы! Да что же? Одна вторая, к одной третьей, к одной девятой. Вот где эта задача-то зародилась, друзья мои. Про отца семейства, который завещал трем сыновьям разделить лошадей вот в таком соотношении. Они никак не могли поделить 17 лошадей. Сидели в думах, и тут проходил мимо какой-то незнакомец на лошади. И говорит, о чем думаете? Да вот 17 лошадей не можем поделить. Так, чтобы одному досталась половина, одна вторая, другому третья часть, одна третья, и младшему одна девятая, девятая часть. Он говорит, да в чем проблема-то? Смотрите, у вас 17 лошадей, плюс моя, 18, правильно? Половину, 9 штук, мы отдадим старшему, третью часть, 6, среднему, и 2 лошади, младшему. Сколько всего лошадей? 9 до 6, 15, до 2, 17. И моя 18, я ее заберу. Пока братья обрадовались. А что же произошло на самом деле, друзья мои? Ведь 9 семнадцатых. Это ведь не половина. Старший получил больше. 6 семнадцатых больше, чем 1 третья, чем 6 восемнадцатых. И 2 семнадцатых больше, чем 2 восемнадцатых, чем 1 девятая. Каждый из них получил даже побольше, чем завещал им отец. Так в чем же здесь проблема все-таки? Вроде бы завещание выполнено, но выполнено бессознательно. Смотрите, какую ошибку, что ли, допустили братья. Они подумали, что 1 вторая к 1 третьей к 1 девятой означает, что один должен получить половину, другой третью, а третий 1 девятую. Вовсе нет. Давайте каждую из этих дробей приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель 18. 1 вторая это 9 восемнадцатых, верно? Это все равно, что 1 вторая. 1 третья это 6 восемнадцатых. И, наконец, 1 девятая, умножаем числитель и знаменатель на 2, 2 восемнадцатых. А ведь это соотношение все равно, что 9 к 6 и к 2. Вот что хотел их отец-то, когда составлял завещание. Вместо того, чтобы, может быть, он хотел, чтобы они проверить их, как они будут думать, начнут ли они, правда, делить лошадей на части? Как у них с математикой? Мог просто написать, разделите лошадей в соотношении 9 к 6 к 2. А он это же соотношение мысленно заменил таким, дроби сократил и записал 1 вторая к 1 третьей к 1 девятой. Вот смотрите, 1 девятая по отношению к 1 третьей во сколько раз меньше? В 3 раза. Вот младший должен получить в 3 раза меньше, чем средний. А 1 вторая к 1 третьей относится как что? 1 вторая это 3 шестых, а 1 третья это 2 шестых, 3 к 2. Итак, этот должен получить в 3 раза меньше, а эти в отношении 3 к 2. В целых числах это выглядит так, 9 к 6 к 2. Если бы тут было 3 части, тут 2, то здесь тогда 2 третьих. 9 к 6 к 2. Нужен им был незнакомец с его 18-й лошадью? Пожалуй, нет. Они могли сразу сказать, так нам отец велел, это соотношение означает 9 к 6 к 2. Сколько всего частей? 9 до 6, 15 до 2, 17. У нас 17 лошадей. В одной части одна лошадь, старший говорит, мне 9, мне 6, ну а младшему 2. И тогда они в точности выполняют волю отца сознательно. Ну что, друзья, начнем сдирать обои дальше, а потом до линолеума дойдем. Представляете, сколько задач отроем в этом волшебном параллелепипеде. Всем большой математический привет. Пока.